Приветствую вас, друзья. Супер новости. 19 мая, то есть почти через месяц, в Российской Федерации в лиге ACA встретятся Осимхон Рахмонов против Алана Гомеша. Друзья, мы все помним боя Азама Гафурова против Алана Гомеша. Это в прошлом году, по-моему. Азам Гафуров 3 раза отправил Алана Гомеша в нокдаун, не добил его, и в конце первого раунда, там за секунды до окончания первого раунда, пропустил левый боковой и отправился в нокаут, да, он не смог вести бой, рефери остановил бой. Поэтому, друзья, и как раз вот 2 месяца назад Алан Гомеш провел бой в главном бою вечера в ACA, выиграл в 5-раундовом бою. И Осимхон Рахмонов тоже как раз в этом же вечере выступал и выиграл, по-моему, кыргызского бойца. Кыргызский боец вышел на коротком уведомлении. В любом случае, Осимхон Рахмонов выиграл у него в первом же раунде удушением. Поэтому у Осимхона Рахмонова база борьба, у Алана Гомеша тоже база джиу-джитсу. Ну, они обе ударники тоже. Поэтому, друзья, это будет супер зрелищный бой. На самом деле, Осимхону Рахмонову я бы посоветовал больше работать над стойкой, потому что Алан Гомеш любит драться в стойке. И, друзья, и, конечно же, вы пишите свое мнение, на чем лучше работать Осимхону Рахмонову, чтобы победить Алана Гомеша. Это будет, можно сказать, это отомстить за Азама Гафурова, что ли, как бы, если победит Осимхон Рахмонов. Друзья, пишите свое мнение, поддержите Осимхона Рахмонова в комментариях. Ждем 19 мая в ACA, город Казан. Мира вам и добра!